А теперь вас приветствует Мона Лиза. Девочка, доченька нашего белого длинношерстного мажорика чемпиона. Девочка длинношерстная, черно-белая, очень яркая, очень активная, умная, хорошо кушает. Среднего стандартного размера, не крупная, ну и не мелкая. Девочка имеет документы организации РКС ИКУ. Это Российский кинологический союз. Имеет клеймо в паху. Умеет кусаться. Вот. Привита по возрасту. И в поисках самых лучших мамочек и папочек. Очень такая любознательная. Смотри, какой у меня есть листочек. Смотри. Любознательная кроха. Вот такое солнце. Очень любит гулять. А мы ей это разрешаем и не лишаем ее прогулок на свежем воздухе со взрослыми.